Всем привет! Сегодня конец апреля, попробую половить плотву. Буду ловить поплавочкой с двумя крючками. Кинул прикормку покупную, она такого зеленоватого цвета, называется плотва. Для начала попробую живые насадки, мотыля, опарыш, червь. Ну вот, минут 30-40 уже сижу и ни одной поклевки. Ну вот, местные рыбаки подсказали, что нужно ловить плотву тут на болтушку. У меня с собой все было, и я ее сделал.
Thank you.